Для укрепления здоровья и патриотического воспитания уже 11-й год подряд в регионе проходят соревнования «Школа безопасности». Участвуют 9 команд образовательных учреждений городов и районов области. В течение нескольких дней ребята демонстрировали свои навыки в альпинистском и туристических этапах, оказывали первую медицинскую помощь и проводили реанимационные действия. Участников можно смело назвать спасателями. Эти соревнования – настоящая школа по поисковой деятельности в природной и техногенной среде. Покорение пожарной эстафеты, преодоление полосы препятствий и прохождение завалов ребята расценивали как занимательную игру. Кроме этого, проводятся конкурсные мероприятия. Это конкурс патриотической песни, конкурс представления команд. Ребята сами все готовят, это задолго до соревнований. И прекрасно с этим справляются.